потому что вот это на самом деле очень крутая штука, которую я больше вообще ни в какой игре не видел. Уменьшитель. Теперь дюк очень маленький, он не может стрелять, но зато может проникать в такие норки, где обычно обитают мыши. И будьте осторожны, кстати, его могут раздавить в таком виде. Но здесь прикол даже не в том. Прикол в том, что можно и монстров также заманить на этот самый уменьшитель, чтобы подавить их. Вот, вот, кстати, как раз свинья стала маленькой, и сейчас вот дюк их раздавит своей мощной ногой. Вот, это на самом деле очень прикольно. Ну и потом в следующих эпизодах вы получите эту пушку. Она тоже будет работать точно так же, даже теми же самыми патронами стрелять. Так что у вас появится дополнительная возможность прикалываться над монстрами. И, в принципе, вот вообще, если проводить какой-то обзор оружия дюка, ну я его сделаю потом, когда у нас уже все пушки будут, и со всех я успею пострелять. Ужасно. То я, наверное, сделаю обзор прикольного оружия дюка, которое совершенно нестандартное и не похожее, в общем-то, на большинство оружий в других играх. Кстати, дюк, ребята, настолько крут, что он может отталкиваться от воды прям. Так что пользуйтесь этой фишкой. Вот, и еще круче, дюк может давить пришельцев прямо в воде. Это уж вообще имба какая-то, так что тоже не забывайте об этом. Сейчас, наверное, помолчу, потому что здесь будет до хрена просто осьминогов. Да сдохнешь ты, блин, наконец уже. На тебе, вхарю. Вот, там еще должен быть один, да. За стеклом парень был. А теперь вот уже практически конец уровня. Сейчас нажмем вот эту вот кнопочку. Там еще кое-что взорвется, поэтому будьте осторожней. Еще пара осьминогов. Здесь, кстати, про патроны для пулемета не забудьте, потому что, возможно, вы его тоже израсходуете почти полностью. Ладно, наверное, надо на этих ребят сбивать потихоньку. Хотя они могут спину пальнуть. И вот, кстати, еще одна штучка, о которой я чуть-чуть попозже расскажу, потому что здесь нужно сохраниться. И я вам объясню, как проходить эту штуку, чтобы дюк не умер здесь, потому что эта штучка имеет обыкновение его давить. Вот, в принципе, хороший вариант. Дробовик плюс запин против них работает. Вам нужно делать на выстрел меньше. Но за это время они могут вас осьминоги, я имею в виду, укусить и даже пальнуть из плазменного шара, поэтому вы можете, точнее, не сможете уже увернуться, если вот они решат выстрелить. Тут, кстати, еще один секрет есть, и там находятся патроны для базуки, поэтому это очень важно. Скоро уже конец эпизода, и, конечно, базуки бы желательно 50 патронов иметь к финальному боссу, потому что он очень уж толстый. И ничего, кроме базуки, у нас, в принципе, не будет, потому что вот это все оружие, что я нашел, больше в первом эпизоде ничего другого нет. Это, по-моему, первые 6 пушек. Вот, ну там еще будет еще 4, наверное. Так, здесь придется еще помолчать. Так, отлично. И теперь вот нужно нажать на ту кнопочку при помощи пистолета, чтобы вот прокатиться до сюда. Так, использую нашу имбу. Запин плюс дробовик. Кстати, нога дюка, она такая же мощная, как и нога чака. Так что советую вам пользоваться. Многие летсплейщики забивают на нее, на самом деле, не знаю почему. Но вот я ей довольно частенько пользуюсь. Так, здесь, кстати, тоже много будет осьминогов, поэтому, возможно, стоит просто пробежать. Потому что там уже конец уровня будет. И ботинок у меня нет, поэтому на кислоте лучше долго не стоять. А-а-а, как словил-то. Смачно просто. Я же думал, под конец у меня будет побольше ХП. Ну ладно, давайте с базуки чуть постреляем, чтобы спину не получать. Вот, ну и тут уже вариантов нет, придется бежать по кислоте, поэтому, наверное, отстреливать я не буду монстра. Кстати, дюк там матерится жутко, на самом деле, я это вам все переводить не буду. Вообще, есть вики-цитатник, связанный с Дюк Нукемом. Если хотите, все его фразочки можете прочитать, там даже перевод к ним прилагается. Правда, не везде точный, поэтому, ну, опасайтесь. Лучше сами переводите.
Да, два секрета и 12 пропущено, это, конечно, круто, но на самом деле там я все равно не помню, где эти все секреты. Ну и у меня и так много патронов, разве что вот для дробовика немного осталось. Так что вряд ли они там такие уж нужные были секреты. Может быть, что-нибудь с базукой бы нашли бы. А потому что вот сапожки, которые мы только что подобрали, в принципе, берутся в самом начале уровня. Они здесь очень сильно нужны, потому что здесь очень много кислоты и лавы, по которой придется очень долго бегать. Там, ну и в начале, и в конце вообще, в принципе, вся такая миссия довольно сложная, вот эта последняя, потому что здесь много вот этих летающих ребят, и, ну, как бы Duke не является 3D-игрой, это все-таки псевдо-3D. Эти ребята, они не 3D-шные модельки, а они сделаны как спрайты, то есть они плоские, если подходить к ним сбоку или сверху. Ну, либо снизу даже. Поэтому, пока они летают, в них бывает довольно трудно попасть. Но эти все спрайты всегда, по идее, разворачиваются к Дюку. Вот у них два таких положения. Либо сбоку, либо... Нет, даже больше, наверное. Здесь действительно была очень хорошо продуманная игра. То есть можно и со спины, и сбоку, и с лица увидеть этого монстра. Но вот бывает, что поворачиваются они довольно медленно, и по плоскому спрайту, ну, в жизнь не попадете. Но, несмотря даже на это все, Duke не уступает многим 3D-шутерам, даже современным, а многие даже превосходит. Например, первый Quake, который вышел, по-моему, позже Duke, ну, на самом деле он, ну, мне, например, не нравится. Хотя во второй Quake не играл, может быть, он и может с Duke сравниться, но, во всяком случае, даже современные некоторые шутеры, которые сейчас выходят, Дюк играется значительно лучше, приятней и хардкорней. Вообще, по-моему, последний хардкорный более-менее шутер, о котором, ну, хоть как-то отзывались, что действительно, возможно, сложный, и не потому, что криворукое какое-то управление, или криворукие какие-то игроки. Вот, это, по-моему, Crysis первый. Я в него не играл, потому что на самом деле мне, ребят, хватило Фира первого, о котором говорили, что там, ну, просто нереально крутой искусственный интеллект, что игрушка реально сложная. Но, ребята, мне после Counter-Strike вообще никакой шутер сложным не кажется. Ну, серьезно, разве что только старые какие-нибудь. Потому что, ну, как-то там, я не знаю, у меня, например, в Фире было всегда 10 аптечек, то есть я одну использовал и десятую подбирал на последнем уровне сложности. Не понимаю, в чем там сложность. Первый раз, конечно, да, там реально интересно играть. Серьезно, искусственный интеллект, ну, радует, можно сказать, и глаз, и иногда к вам действительно там и за спину заходят. Но, играя во второй раз, включая уровень самый максимальный, я, в общем-то, предугадывал все действия ИИ, так что, ну, не знаю, мне эфир со второго раза не показался такой уж крутой игрой. Вот, а Дюк иногда даже мне сюрпризы приносит, хотя я его проходил, наверное, раз, ну, как минимум 5. Что намного больше, конечно, чем эфир. И интеллект здесь, ну, намного тупее. Так, ладно, давайте проходим. А, нет, здесь еще дробовичок есть. Стоит его подобрать, потому что сейчас патронов будет не так уж много сыпаться, а вот монстров будет очень много. Ну, почему-то я всегда их монстрами называю, видимо, еще с Диабло привык. На самом деле это не монстры, это пришельцы. Так, вот в Думе были монстры, а вот здесь все-таки это пришельцы. Кстати, я там еще пару секретов пропустил, я их на самом деле помню, что они находятся, но что-то как-то не подумал. Ладно, уже возвращаться не буду, потому что там враги все равно уже отреспились. Зайду только в этот секретик. Здесь мне пригодится вот эти вот два Atomic Health. Так, и вот эти вот патрончики для RPG. Теперь возвращаемся. Это типа такой портал в огне. Так что тоже не забудьте про него, когда будете проходить, если точнее будете уже проходить эту довольно старую игру. Вот, 100 хп лишними, конечно, не будут. Ну, не знаю, насчет Фира и Кразиса. Против Кразиса вообще ничего не имею против, потому что я в него не играл. Ну вот, Фир мне сложным просто не показался. Но это не отменяет то, что действительно игра очень хорошая, и хотя бы один раз в нее стоит поиграть. Даже если вы тоже когда-то рубили хорошо в КС и делаете только хедшоты. В принципе, игра стоит того, так что я ничего не говорю. Так, здесь нам еще раз нужно уменьшиться и на самом деле не забудьте простоять здесь, именно подойти, наверное, к самому краю, чтобы вот взорвалась
там гора, потому что иначе вы не пройдете просто дальше. Ну вот, а дюк встал, точнее вырос именно в тот момент, когда я был в ограниченном пространстве, поэтому приходится грузиться. Именно поэтому я и сохранялся. Ну, в принципе, иногда очень медленно бегает в таком положении. Вот я сейчас просто застрял, чуть-чуть не успел. Ну, а, по-моему, больше здесь по-другому не выбраться, хотя... Хотя, может, и не выбраться, потому что джетпака, по-моему, вот в этих последних двух миссиях, ну, если только в каком-то очень секретном секрете, его можно найти. Что-то вот я не помню как-то, чтобы джетпак где-то здесь был. Обычно последние миссии я без него прохожу. Так, теперь вот спускаемся вниз. Кстати, если вы не нашли ботинки еще до сих пор, то здесь они тоже кое-где лежат. Сейчас даже, по-моему, я их подберу. Или, наверное, я не туда побежал. Ой, что-то я вообще дофига плазменных шаров свалил. Словил, но здесь еще вот один Atomic Health есть. А, так что, в принципе, пофигу. И теперь нужно вот подняться туда, в самую высь. По пути подбирая... Атомик здоровья. Это на самом деле сделано специально. Просто здесь сейчас будет босс. А, вот, кстати, ботинки. Которые, кстати, уже совершенно не нужны. Потому что здесь уже конец уровня. Вот, и... Ну, если вы вот сейчас... Можно будет вниз упасть, в лаву. Но там уже... Если вы упадете, то вы сдохнете. А, так вот, они специально здесь расставлены. Просто, ну, разработчики предполагают то, что игра... доставит нереальную сложность, у вас останется под конец мало хп, не будет аптечки, поэтому они вот разложили и аптечки, и атомик хелсы, чтобы перед боссом было 200 здоровья. Потому что босс на самом деле не такой уж простой, и даже если у вас будет... Так, это, кажется, парень отреспился над моей головой и меня убило. Как в старых добрых сетевых шутерах, когда кто-то появляется в вас, вы умираете. Ладно. Так вот, не договорил. Даже если у вас будет 200 здоровья, 100 брони перед боссом и портативная аптечка, которая вам еще сотни может восстановить. Кстати, там еще одна лежит. То есть даже вот считайте, что две аптечки у вас будет, вы все равно можете сдохнуть. Потому что, ну, бить его довольно долго. И, кстати, вот здесь даже броня есть специально для этого. Вот. А он атакует очень сильно. И, на самом деле, дюку, ну, практически сразу оставляет 0 хп. Особенно если броня у вас уже закончилась. Так что он является на втором месте по сложности среди трех боссов. Ну, я о других боссах поговорю, когда мы с ним встретимся. С ними встретимся, об этом поговорю сейчас. Вот, самый сложный, как это ни удивительно, будет последний, но вот этот на втором месте. Здесь вот типа таких два секрета есть с какой-то непонятной фигней и дополнительными патронами. Ну, а падая здесь, если только у вас джетпак есть, вы не потеряете хп, потому что, по-моему, здесь никак не спуститься. Ну и вот, наконец-то мы дошли до этой последней локи. Ставим хпшки на Enter, чтобы можно было быстро подлечиться. И, значит, у него есть... Во-первых, он здоровый сам по себе, по нему довольно легко попасть. Вот, но он очень толстый, у него 4500 хп. Правда, я не знаю здесь, с какой силой атакует базука, поэтому, в принципе, эта инфа ни о чем мне не говорит, и вам, наверное, тоже. Вот. У него две атаки, вот этот вот мега-супермощный пулемет, под которым лучше на месте не стоять, и гранаты, которые тоже довольно сильно атакуют, так что нужно постоянно двигаться. Еще лучше здесь вырубить стероиды, чтобы быстрее бегать, по-моему, при стероидах дюк еще сильнее атакует, но это на самом деле не точная инфа. Вот, ну, сейчас я, наверное, включу, потому что у меня аптечки уже закончились. Ага, ну вот и все, вот так вот он умер. Ты кто? Я Дюк Нукин, и я пришел, чтобы отправить вас в мир иной, гребаные пришельцы. Ладно, это, в принципе, конец, я это уже переводить не буду. Кстати, заметьте, что Дюк сначала стреляет, а потом говорит, так и нужно поступать. Вот, ну и в конце вот он говорит, никто не может красть наших цыпочек, при этом жить. Ну, а мы прошли первый эпизод. До новых встреч, удачи, надеюсь, еще увидимся.